опять меня пачкает. Сколько можно меня касаться грязными руками? Убежать, что ли, под стол от них? Кошмар. Как ты посмел меня коснуться, королеву? Уже и попы повернулась. Все равно пристает. Нечестивый. Простолюдин. Мою драгоценную дорогую шерсточку пачкает грязными своими руками. Опять грязными руками. Да что же это такое? Так и это тоже. Фу. Теперь от двоих сразу надо облизываться. А ну пошла вон. Я сказала, пошла вон. Сейчас получишь от меня. Два раза придется сейчас облизываться после них. Угу. Нашли тут гладильную доску. Гладят, гладят. Ну, да что же они к моему хвосту прицепились? Своего не имеют, так чужим пользуются. Отрастите потом, играйтесь. Ну, оставь это сейчас как дам. У меня левая рука, лапа вернее, знаешь какая? А правая еще сильнее. Тебе левой или правой ударить? Ну ты смотри на них. Смотри на них. Потом облизывайся два часа после того, как испачкали мою шерстку. Я что, полотенце вытирают руки об меня? Кошмар. Фу. Как противно, а? Достали. Давай вылети отсюда. Дайте спокойно отдохнуть. Я тут на троне лежу, никого не трогаю. Все меня лапают, лапают. Я что, экспонат, что ли, в музее? На, покоя не дождешься. Что, по хвосту не видят, что меня достали? Кошмар. Кошмар. Еще раз кошмар. Да идите вы отсюда, еще ржут надо мной. Никто еще над королевой так не издевался, не смеялся. И что они к моему хвосту привязались? Да, что в ушах находите? Парочки им будешь чистить мне уже, что ли? Не так чистые. Всю ночь чищу. Сказала, отстань от меня. Отстань. Отстань. Приятно немножко, но... У тебя руки воняют, ты можешь понять? Фу! Меня принцессу грязными руками. Хе-хе-хе. О, тянет свои клешни. Слушайте, заведите себе свою шубу. До моей шубки докопались. У меня драгоценная шуба. Такие, как я, на выставках показывают. И за это деньги платят. Они меня бесплатно трогают. Шарики! Давай, вали отсюда! На! И ты тоже вали! Сидит он мне тут! Уставился на меня! Я спать собралась! Они меня будят! Давайте, валите! Дайте девушке, приличной девушке отдохнуть! Так, разбудите меня через 2 часа! Как только кушать захочу! Слышали все? Все, пока, спокойной ночи.